Всем добрый день! Сегодня 10-й день после высадки перцев из скруток в стаканчике с землей. Рассада чувствует себя хорошо, ни один перчик не погиб. Все крепенькие стоят. Немножечко какие-то, может быть, отстают. Что постепенно выровняются. Мне очень нравится проращивать семена таким способом в скрутках. Удобно. Без лишних заморочек, без грязи. Удобно.